Очередная посылочка из Китая с замечательным брелочком-штопором. Заказывал две штуки. На 11.11 шло довольно-таки долго. Делается как? Снимается одна. А, нет, даже не... Не, да, снимается все-таки. Снимается с ключиков, вытаскивается, вставляется, и далее вскрывается бутылка. Вот и все. И брелок приводится в обычное состояние. Собирается после открытия очередной бутылки вина. Все, и вешается на ключи. Два таких брелочка. Очень даже хороших и незаменимых в походике. Будут на подарки. Подписываемся, ставим лайки. Не забываем комментировать все это дело. Но вещь стоящая.